Ну, что ли. Задание выполнено. Наверное. О. О, пушки, пушки, пушки. Friendly fire. Friendly fire. Да, friendly fire. Тыкс. Да какого? Продолжить. Входим в Friendly Fire. Закупаемся. А лучше давайте сразу улучшим. Так, значит, урон сразу вхреначим. Ну и настроим заодно, пока я не забыл. Ну, нет, лучше знаете чё? Черный оникс возьму и нормально. Тикс. Чё тут еще у нас? Блин, за рукопашки ничего веселого нет. Так, сейчас нет. Во! Вот, все, я нашел. Я нашел. Так, значит, биты щупальцы. Позолоченный. Ну-ка, а эта хрень как не настраивается? Ну. Ладно, сойдет то, которое имеется сейчас у нас, да? Я думаю так. Эй! Мадам! Лети! Какой-то хреновый двигатель. Ладно. Погнали! Это на ёмай. О, слушайте, хороший дабстепган, я считаю, а? Не, ну... Он хороший, я не спорю. Но! Самое важное я забыл. Забыл я самое важное. То, что... Классический. Он... Повеселее. Ну шо? Это не то! Это не то! Погодьте! Я перепутал. Уроды! Кыш! 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 Кыш я не закончил. Так, значит. Купить! Да уроды! Ну ёб твою мать! А ну какого хрена? Ну? Так, нет. Ну ладно, Death Metal, пофиг. Ну ладно, пусть будет это. Нормально, сойдет. Ну, теперь мы драпаем отсюда. Куда-нибудь подальше. Это что за параша сейчас там? Была призрак в машине. А, то есть его, значит, так это и быть. А, ее не может быть, пока не... Сустрой с консоли и связи, нормально.
You're in luck. The Zin have a bunch in transit right now. К развалинам старой квартиры. Опа, опа, оп. Так, стоять, стоять. Суперсилы. Суперспринт. Скорость 2. Я потратил все на эту парашу. Да ё-моё. Да ё-моё. Мне надо улучшить бег. Тоже с бегом как-то веселее, я заметил. А, кстати. А деньги-то прищапали? Как до хрена дают? Я офигеваю, а. Аж повеситься охота. Так дофига дают, что я реально сейчас повешусь, мать его за... Так, продолжаем. Мне там позвонили. Сказали, пристрелят, если не отвечу. Пришлось ответить. Так, зоомагазины закончено. Во, стоять. А, ну это, наверное, какими-нибудь типа землетрясением. Так, элементы заморозка лучше. Конечно, больше мне нравится заморозка. Ну ладно, будем знать, то, что тут что-то есть. Ну а тут сейчас и взрывом выбьем, да? Тут. А, кстати, ну, насчет Saints Row The Third, если там кто-то будет ругаться, это что я там, если, конечно же, я все-таки не решил, так скажем, все-таки записать в альтернативную концовку, да? Saints Row The Third и да пройти, ну там миссии DLC-шные да пройти. Тогда ладно, а так-то. Извиняюсь, за до сих пор не прощали. Так если не пройду, значит все не будет. Значит, за. Ну, четвертая часть то же самое. Нифигово. Так. You can get a CID there. Simple smash and grab, huh? Sure. Go with that. Just get one and take it to a safe spot. You don't want to deal with Zin while trying to hack that device. Curious, is there any way to get this AI a body in the real world too? Так, настоящий элемент И представляет собой чистую информацию. Если что, это я сам себе читаю. Мне интересно. Good point. I'll check the ship for a suitable shell just in case. Здравствуйте, господа. А чё стреляем? Откуда вы знаете?
Imagine a gun that fires a bullet that bounces from one target to another to another to another like a pinball racking up a billion points. Oh. Be careful not to damage all the CIDs. I don't know when or if we'll get another chance to get one of these. Yeah, Kenzie, I got this. А, ну, в общем, рикошечущее оружие, я так понимаю, типа дробовика тут, да? Вот, по крайней мере, вот эта хрень, да? Ладно, окей. Which CID should I grab? It doesn't matter, just pick one. What did you do? I touched it. Well, touch it different next time. What the hell, Kenzie? Don't pin this on me. These things are broken. Ну, не знаю, давайте вот так тогда. Yes. Finally, quick, get to a safe spot so you can crack it open. How far away do I need to be? Just away from the Zin. Pick some place they won't find you. How long is this whole thing gonna take? I won't know until I crack open the device and see how it ticks. Ну вот идеальный крыша еще тебе не нравится. Нет, он так крыша, она по фэншуй нести, да? Shit, they found us. Don't let them take the CID. Work fast. Да вы чё таких веселые дофига? Ну окей. Ну и чё? Блин, на упреждение хрен попадешь, кстати говоря. Ну ладно. Постараюсь чисто в голову попадать, чтобы особо не мучиться, не париться. Я вообще эту хрень. Да. Вообще весело так-то. Кстати, интересно, я могу на эту хрень забраться? Kenzie, where are we at on this? Almost done. Ну ладно. Ну, мне это нормально, в принципе. Ну, я слежу за тобой, понимаешь? Okay, CID is cracked and clear for uploading. Inputting the AI code now. Great. How long until the upload is complete? 55 minutes. 55 minutes? These things usually take like 3 to 5 tops. Look, the connection in this area is slow. Get closer to a major connection point like a power plant, and this might go faster. Why didn't we go there first? Because a major connection point for the simulation is going to be heavily guarded. Will Sid download faster? Well, probably, but and we're taking this thing there. Ну, сейчас мы заправим эту хрень. Вот. Speaking of which, who do you want to grab first? Pierce, Jondi? I think we should get Matt. Miller? Oh my god, why? Hey, Matt turned himself around after helped us with Cyrus Temple and, you know, he's useful. Useful? You have a lot on your plate, Kenzie, with all this cyber what's it. Figured you could use the help. I'm doing just fine without Matt Miller. Thank you. Two heads are better than one, Kenzie. Set it up. Нормально. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Не, ну в принципе можно было бы часик там постоять. I'm here.
just need to clear these Zen out first. Oh, Kinsey's recording this. Да ё-моё. Ну. Вот он последний. Flip the switch and done. Excellent. How long now? The sweary part of the process. Full download should only take about 16 minutes. Is there anything you can do to make it go faster? I'll see what I can find. There might be additional access points we can use to increase the bandwidth. Вот только... Не, ну... Не, 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 нет. Ну не, ну, ну не, ну вы че? Heavy metal рулит, мать его за ногу, хоть он и хоть уже и мертв, он по сути. Наверное. Да что ж вы за так дохрена-то, а? А почему... Вот у меня самый важный вопрос. Почему? Точнее, откуда они знают? То, что как бы... А хотя нет. Глупый вопрос. Все, проехали. Ну и... Ну, время дабстеп гана ремикснутого. Personality transfer at 31%. I found an access point that can help speed this along. Get to it and activate it. Так, в общем, там можно увеличить, да? Да шо, слышь, так до хрена-то, а? Твою мать, а? Ну что, хреновина, повеселимся? Так, ну теперь заряжаем эту хрень. Ну давай, 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 давай. Так, ну-ка. Ускорим загрузочку. All right, both the access points are online. How's the download looking? Much faster. Much too fast. Too fast. Sid is overloading. Overloading? Overheating. Get to him and cool him down. Как их... А, все, я знаю как. Good. So give me just enough time to fight off a few waves of Zen.
Да вы, мать его, издеваетесь, Давай твой... Ну вы издеваетесь, что ли? Так, а вместо чего я взял? А, это я не вместо чего-то, это я просто беру, как бы, да? Do you really want to give some rogue AI an exoskeleton equipped with a complement of weapons and a history of violence? Probably not. Besides, I already found a real CID body for him on the ship. So, you know, synchronicity. Нормально. Ой, давай загружайся быстрее, тварь! Ну что, вы сдаетесь, что твою мать или нет еще? Мне кажется, то, что они как бы уже хотят сдаться, но у них уже не получится. Кто на канале, я не понял, кого? Кто на канале, кого на канале, кого на ебали? Ну окей. Да что за нафиг? Что с этой... Что с этим куском металла? Лома. О, мама, мама, я схожу с ума. О, мама, мама, ёперный мамон. А, что делать, что делать, что делать? А, проигрываем, а, верни мамон. Ладно. Давай. Download complete. Alright. Time to kill us some aliens. Oh god. I'm gonna regret getting Sid a real body, aren't I? Oh, Sid. We're get along famously. Shit. This is great. Kenzie? Take him down and I should be able to transfer some of his powers to you. Давай! Отдай мне свою силу! Не хлёво. Достал. Why is my brain on fire? Welcome to being able to move things with your mind. Мне два раза говорить не надо. Ну, дама, где ваш... А. Ну и тебя, конечно, туда же. Улетел. Как-то ты жив! Вот теперь все нормально. Эй!
Воу, воу. Воу. Так, перенеси объект телекинеза. На! Упс. Да я вот так полчаса буду бить. Давайте что-нибудь помощнее. Там, не знаю... Дробовик там какой-нибудь. Рейлган. Еще что-нибудь. Не менее мощное. Я думал, надо чисто способностью. Ну, нормально. Так. Оп! Ну, если пригодится, отлично. Усилить УК. Пройдено. Ранг 7. Телекинез. Еще хрень. Еще хрень. Еще. 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 Закончился, блин. Призрак в машине. Ачивка. Ачивку дали. Hall of Christmas Park. А, кстати.